Где это мы? Ой. Безопасная зона. А, ну ок. А, короче, да. Всем трем доброго времени суток, это канал. Дмитрий. Или его я. Если уж тебя каким-то чем-то сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри, в общем, поучаствуй, тебе не сложно, а мне приятно, мне поддержка, мне мотивация, ну, в общем, это и так все прекрасно знаете, мы продолжаем Dying Light 2, несмотря ни на что. Я знаю, что сейчас в мире, и вообще, в мире в целом, непосредственно тут, в частности, происходит всякая дрянь, откровенная, ужасная, отвратительная, но... Что поделать? Жизнь, к сожалению, продолжается, так что двигаем дальше, несмотря ни на что. Так, ладно, давайте, у нас есть основное задание. Это водонапорная башня Хорсшу. И у нас есть неизведанное место. Давайте-ка мы сначала неизведанное место изведаем. Уж простите за каламбур. Так, тут есть возможность как-то это быстро вниз? Как думаете, разобьюсь? А черт его знает, сейчас проверим. А, нормально. Хе-хе, даже... Тише. Чуть не съели. Вау, вау, вау. Ну ты чё, блин? Эй, да ядрить твой в корень. Ну, конечно, блин. Ты чё, издеваешься, что ли? Он реально залезть не может. Что? Ну, Молодец. Молодец, Эйденчик. Молодец. Так. Так, забрался. 400 метров, с ума сойти. А. Ну, может быть, ладно. Только меня вот не впутывайте. Ой, иди в жопу, а со своим горном засуньте свою дуделку в жопу, блин, заколебут. Или мертвого из могилы поднимут своими дудками, блин. Опа. Мне на самом деле нужно прокачать еще одну ловкость, чтобы взять вот это вот место. Вот это вот место. Для этого мне нужен вот этот вот навык. Бегать по вертикальной поверхности. Да, чтобы можно было... Да, вот так вот. Да, то есть вот как-то... Я не совсем понимаю, как это работает, но, видимо, грубо говоря, еще один дополнительный шаг. Ой, не туда. Чё? А, я опять на карту жмякнул. А, ну да. Это я умею, да, вот чувствую что-то не то. Как-то я очень быстро переместился-то на лишних 700, на лишних 300 метров. Ну, давай, 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 Эйденчик, ты сможешь, я в тебе верю. Что это такое? А, что это за... А, паркур. Не, паркур, ребят... Не, ребят, испытание паркура... Не, ну можно будет потом, конечно, повыполнять. Но именно что потом. Сейчас я... Не хочу с этим заморачиваться, от слова совсем. Как говорится, подкачаемся... Так, стоп. Я опять не туда куда-то поставил эту штуку. Нет, все правильно. Подкачаемся, подтренируемся, и может быть... Ну, честно вам скажу... А, бывает. Как это сделать? Ну, как? Харви говорил, что это можно... Харви? Ну, если Харви говорил, то делай, как сказал Харви. Харви фигни не скажет, наверное. Я не знаю. Так, 100 метров, 130. Просто по поводу вот испытаний, да, я там слышал, что есть люди, которые вот эти все испытания, что называется, там на золото пытаются пройти, еще что-то, ну, блин. Как говорится, нет. Правда не хочу. А, это метро, наверное, да? Нет.
Опа. То есть это, конечно, не того. Не-не, так задушим. Когда ножи можно будет метать, не вопрос. Я буду этим пользоваться. А сейчас, ну, будем немножко больше времени тратить. Это не такая большая проблема, какой может показаться. Ага, так. Ну. Там вот еще что-то зеленое есть. Давайте. Изничтожать твари. Тише. Не шуми. Еще один приятель. Не просыпайся, родной, не просыпайся. Спи, моя радость, усени. Вечным ты сном здесь засни. Куда ты, блин? О, четвертый. Значит, четвертый уровень. У меня, кажется, выносливость кончилась. Ну что ж, тоже неплохо. Трофеи зараженных нам нужны. В очень большом количестве. Как он промахивается, ухитряется, я не понимаю. Ты вроде плюс-минус соблюдаешь направление, блин, но нет, он у него над башкой пролетает. Ну что ты будешь делать, а? С одной стороны, конечно, можно сказать, что сам дурак, не попадаешь, но, блин. О, что-то тут не обысканный. Нет, это такие нам нужны, его что. Как ж такого не обыскать-то? Такого, Паш, красавчика-то и не обыскать. Гульдены есть? Ну, вот так вот. Облутали. Ну, в целом, да. Не сказать, что это было прям пипец как надо, но с другой стороны. А, это заброшенный магазин, что ли, отметочка? Серьезно? Ну, дай. Так, это значит у нас магазин заброшенный открылся, да? Ну это скорее всего тоже. Ну что-то. Ну ладно, давай посмотрим, чтобы потом уж сюда не возвращаться и пойдем по сюжетке. Мельницы я пока не открываю, пока что. Правда, кто бы мне объяснил пока что? Ну пока что-то. Так. Отвалите, ребята.
Пока что не трогаю я эти безопасные зоны. Чё быстрее, быстрее, чё быстрее, и так бегу быстрее. 5, что ли? Что это за? Какой? Да, такой. Дуделку свою спрячь. Иди отсюда. Тоже мне. Умник, блин. Да, бандиты эти, конечно, неимоверно раздражают. Плюс они еще и пустые, блин. А че они здесь возились? Че-то быстрее, быстрее, а че быстрее? Наверху, что ли? Ну, таких вроде тут и не было. Ну ладно, с другой стороны. Возьмем эту. Продадим. Так, вон 80 метров. 8. А? Ну так отметку-то поставь, елки-палки, долбанный компас. А, кого-то надо выпустить, я так и не понял, кого. А, это тоже метро. Слушайте, я... Ну и чё, чё-то не побежал. Ну. Я ж пока не могу их делать, да, я пока их не могу делать. Все тогда, да? Да, то есть здесь мы прям все открыли, что только можно было открыть. Теперь только основное задание. Ну, здесь мы были, центр изучения стадии ВГМ. Сюда с Кхарном только бегать. Ну, что, где она тут? Сколько там? Пол км. Лихо. Так, подождите-ка, я что-то одного не понял. Почему не смог пробежать? Алло, ты чё? Это чё за прикол? Так, стоп. Минуточку. Подожди, пиликать. Где? Вот же бег по стенам. Ну, нажмите и удержите во время прыжка возле ровной поверхности. И чё? А, вот, нормально. Че, а сейчас нет. Ты, блин. Ну хорош, Silent Hill, елки-палки. Разгуделись. А, забагованное место отдыха. Конечно, с одной стороны, хочется в больничку сходить. Понятно. С одной стороны, в больницу сходить хочется. Но вы ее уже видели, по-моему. Мы ее, как мы ее проходили. Так-то мы с Кхарном ее, что называется, вдоль и поперек уже юзали-заюзали. И так и сяк. Обошли. Смеркалось. Как бы поэтому пробегать еще раз в одну калитку. Я могу. Я могу это, ну то есть это не так, что я только с Кхарном. Я днем, скорее всего, не смогу в одну калитку пробежать, потому что там эти будут твари. Хотя, черт его знает, может смогу. Вопрос открытый. Да, именно это я хотел сделать, блин, обыскать его, елки-палки. Красивый кадр. Ну, а давайте принтскринем. Где он тут у нас? Фиг знает, сохранится, не сохранится. Ладно, побежали по заданию. Благо времени у нас теперь. Угу. Поздравляю с выходом.
выпали, блин, из гнезда. Что? Торговец. Ну, торговцу можно, да. Тем более он по дороге. Качественные товары. Да ты что? Спорим, врешь. Вот даже гадалки не ходи, точно врешь. Вот ты что? Ты будешь их покупать? Качественный товар. Так. Давайте, как обычно, все белое и зеленое продаем. Оборудование. У тебя оборудование тоже можно посмотреть, на самом деле. Да, вроде и не нужно. Так, здесь у нас что? Это лесом, это лесом. Здесь больше ничего нету. Так, и, собственно, купить, да. Естественно, все эти расходники мы берем без вариантов. Иначе как? А иначе никак. Так, и давайте-ка мы кое-что ремесло, вот стрела. А, 47. Вот так. Ну и двигаем дальше. Тем более, он там по дороге монстряк какая-то тусуется. А где он? Монстряка, отдыхай. Тут у нас моя инфекция. Помогу. В конце концов, за тебя опыта дают. Не то чтобы много. Ну. Спасибо. Раздупляйся быстрее. Долго очень вот эти моменты, конечно, начинают. Вот. То все, пятое, десятое. Как это? Гони награду, я пошел. Кто это такой? Вот так. К сожалению, это нам нужно делать. Не то чтобы очень сильно, но все-таки. Но все-таки желательно. Так. Что, двигаем дальше? Ну да. Чувака спасли. Ну ложись ты уже, блин, это что такое, а? Нормальная ситуация. Да идите его в задницу. Ты что ты делаешь, дурила, блин, поехали. Ох, жесть, нет, нормально, я ему в голову стоит. Все, все, я ушел, ребят, успокойтесь, какая погоня. Да, мне удалось найти кристаллы. Где эти сраные обычные стрелы? Откуда их у меня опять такая куча, а? Чё за приколы, блин? Убери их нахрен вообще. Ну ладно, раз уж я тут. Придется захомячить. Что это вообще было такое? Я его прибил, стоит, дергается. Ну как, ты помирать ты будешь, нет? Вообще нормальная ситуация. Да, это хорошо. Рад за тебя и за твое наличие. Ёп!
Куда ты? Не, ладно, за крикунами охотиться такой себе. С каких пор на этих козлов стало нужно две? Ну да, тут редкий трофей из зараженного, то есть, да. Плохо. Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Софи говорит, когда я помогу им вернуть воду, она покажет мне еще один проход в Central Loop. Это хорошо. Она здесь выросла и знает каждый уголок даже лучше, чем таксисты. Поосторожнее с Джой. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. Окей. Опасный клоун. С одной стороны, да, за крикунами вроде есть смысл охотиться, но с другой стороны, блин. Это надо, знаете, не на запись. Ну, то есть просто включать игру и начинать охоту. Так, 45, 100. Просто не ори. Не шуми. Но! Ребят, вы достали. Вот кроме шуток. Хватит уже на меня кидаться. Я понимаю, что я очень вкусный и очень аппетитный. 50 метров. Ай, плевать. Так, стоп, я уже запутался. Куда мне вообще? Все? А, свет включить. Да, да, да. Ой. Да сейчас, сейчас. Чё тут? Включай лампы, или мне конец. Успел. Реально, в последнюю секунду. Позволяю. Сейчас только все здесь обыщу. Это реально получилось, да? Спасение в последнюю секунду. Довольно забавный момент. Ну ладно. Главное, что спасли. Точнее, главное, что опыт получили. Так, где это? А, вот. Водонапьерная бьяшна. Бьяшна. Да-да-да, это тот момент, куда я попасть никак не мог. Так прыгал. Ага. Усраться можно. Она выше, чем я думал. Ну да, такая. Не маленькая. А, черт. Да я треть твою в корень, а ты кусок ты говна, блин, тупорылый, а! Куда ты лезешь, ёкаламане? Занят я, блин. Успел все-таки, скотина, блин. Не хочу тебя взламывать. Ну, в смысле, этот... Тратить тебе птички. Ты издеваешься? Заблудился. Джо в башне. Хотят ее взорвать. О, боже. Если они это сделают, у нас не будет воды. Давай, Эйден. Башня заминирована. Попробуй обезвредить заряды. Ну, давай. Попробуем. Эм.
Ну, вроде бы, по крайней мере, я не вижу таймеров. Логика, конечно, железная, да? Ну, то есть, я хочу сказать, водонапорная башня — это сокровище, которое, в принципе, трогать нельзя. И какие-то дебилы решили ее взорвать. Это... Но это просто таким идиотизмом попахивает, что, блин. Что-то я... Ну, допустим. Нет. А как здесь? Мне явно вверх, но я не понимаю, как туда... А, ну вот, наверное. Дальше. Да понял я, что ты... Обнаружила контейнер с гингибиторами. Ага. Спасибо. Абсолютно бесшумное занятие, да. Ну чё ты, давай. Еще? Они решили ее взорвать. Нет, да, ну тут, блин, ладно. Слов нет. Одни выражения. Дальше-то куда? Сюда? Да. Угадал. Тут кон... Так! Куда ты? Мы живыми не уйдем. Никто не уйдет. Дай мне детонатор, Джек. Мы хотели собирать тайм. Только из него. Да куда ты все? Дай сюда. Они это заслужили. Они умрут. Джек, предупреждаю. Ой, дебилы. Сейчас сначала я заберу тут все. О, два даже. Как говорится. Готово. Вода спасена. А где эти два идиота? Которые что-то там взорвать все хотели. Два дебила, блин. Ну, наверное, сюда. Вы, говорит, просто хотели собирать дань. О, я говорю. Таки получилось. Таки да. Забудут. Эй, а может с ноги? А то сейчас опять тебе это ботинок в рожу прилетит, я чувствую. Эйден, ну пожалуйста, ну не тупи ты так, а. Прям вот такой ты бесшумный, что пипец. Все равно наебут. Или эти засранцы с базара, или миротворцы. Чел, стоит спуститься, нас схватят. Бля, все просрали. Просрали. Ну да, да, они его не слышат. Пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Эй, вы. Не хочу умирать, придурок. Кто здесь? Угадай с трех раз. Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь. И чё? Договориться или драться? Вопрос хороший. С одной стороны, мне пипец не нравятся эти два идиота. Договариваться. Ой, да ну нахрен. Бросьте, вы этого не сделаете. Не слушай его, Джек. Это конец. В пизду все. Не знаю. Мне страшно. Джо, подожди. Джо,
Это не тот пилигрим, что недавно появился на базаре? Да похуй, хоть папа римский. Какая разница? Не понимаешь? Если он пилигрим, он может нас вытащить, вывести из города в безопасное место. Я не верю этому хуиле. Ты никому не веришь. Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни. Послушай меня хоть раз, Лемон! Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Чтобы он свалил с базара! После того, что мы узнали от миротворцев. Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех. Предупредили? О чем? Ну, что Лукас готовился арестовать его за оружие, и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, Барни попытался всех переиграть. Так Барни знал, что Лукас идет за ним? Придурок хотел начать войну в старом Виллидоре. А нам это все нахер было не нужно! Деньги, кристаллы. Это другое дело. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку. Но, пилигрим, выведешь нас из города или как? Успокойся, Джо. Сам, блядь, успокойся. Выведи нас из города, пилигрим. В ближайшее поселение. И никто не погибнет. Опять выбор. Да ну нахрен! Я не торгуюсь с убийцами и вымогателями. Ты глянь на этого святошу. Пилигрим нам проповеди читает. Ну и дурак же ты. Нет, это вы два идиота. Ну же, Джек, давай! Да, Джек, давай. Что? Упс. Что такое? Игрушка сломалась. Ты это сделал? Разумеется. Ты за это заплатишь. Ну да, да, конечно, первый удар всегда мой, блин. Вот и все. Отдыхайте, придурки. Я уверен, что с ним можно было договориться, и возможно даже в итоге это привело бы к какому-нибудь дополнительной миссии, но они мне просто не нравятся, эти два идиота. Все, конечно. Бутылки. Че они так любят бутылки-то везде раскидывать? Понять бы еще, что я так люблю эти бутылки тут. О, кассета. Турбюро Виллидора Хорс Шу. Минуточку. Ну. Да на коллекцию ты наведись, ядрить твою в корень, блин. Так, вот где оно? Ну почему? Почему они не выкладываются по очереди? А вот ищи теперь. Не прочитаешь случайно, и все, привет. Давай. Виллидор! Хорсшу – старейший район города. Отдельные здания в нем относятся аж к 15 веку. Хорсшу – подкова получил название в честь стен, Здесь же стоит водонапорная башня. Прежде на ее месте была колокольня военного форпоста. Улочки Хорсшу носят странные названия, значения которых давно забыты. Тут расположены мастерские и антикварные лавки. И царит дух былых дней. Величайшие поэты искали вдохновение в Хорсшу, и души их все так же реют над крышами. Может быть, храбрый путник Хорсшу вдохновит и тебя? В наши дни Хорсшу самое любимое место для свиданий. Как-то я встретилась там с мужчиной. Познакомились да в отношении. 30-летний тренер дельфинов с телом греческого бога. Увы, на встречу пришел 50-летний продавец пылесосов вместе со своей мамой. Свидание не задалось. Зато мне за копейки достался отличный турбопылесос. Доклад о районе Хорсшу спонсирован турбюро Виллидора. Это мы это читали, да? А нет, это самый старый район города, который в средневековье был окружен крепостными стенами. Их форма, если у вас богатое воображение, напоминает форму лошадиного копыта. Долгое время здесь было множество ремесленников и умельцев всех мастей, от стекольщиков, кожевников до мясников с целыми скотобойнями. Названия улиц могут дать представление о прошлом этого ныне сурового рабочего района.
Ну хотя бы пылесос достался, тоже неплохо. Получить. Ну, давай, Эйден, ты же умный. Решай, кому достанется вода. О как, опять решай. Распределение города. Когда вы отдаете объект миротворцам или выжившим, они берут контроль над зоной, в которой он находится. Когда фракция получает зону, они размещают в ней свои сооружения, миротворцы устанавливают ловушки, полезные в бою, а выжившие приспособления для паркура, облегчающие перемещение по городу. Чем больше объектов вы передаете фракции, тем сильнее она станет и тем лучше сооружение сможет установить. Текущее распределение города можно посмотреть на карте. Ага, и там всякие улучшения. Но мне Карн говорил, что у этих у миротворцев арбалет, поэтому передать водонапорную башню. Так, что это? Выжившие. Так, что в итоге миротворцы? Давайте так. Ловушка, маятник. Вот, арбалетный комплект. Да, получите полуавтоматический арбалет, набор чертежей стихийных болтов. Ловушка. Тут, да, арбалет очень интересный. Бритвомет. А, понятно, это стационарный, судя по всему. Так, а здесь тросы. Подушки безопасности, ну это я у Кхарна видел, да, видел, оживление выживших, чё? Если упадете в районе контролируемым выжившими, добрая душа оживит нас недалеко от места падения. Ничего себе. Ну такое, вентиляция, награда выживших. Улучшенные вентиляционные шахты повышают вашу мобильность при использовании параплана. Улучшенные подушки безопасности, ну это лесом. Двусторонние тросы. Тудой-сюдой. Так. Верните городу воду, верните городу воду. Тросы. Так, ну то есть, я так понимаю... Тут... Ага, все понял. Доперло. Так, ну что тогда? Давайте прокачаем сначала миротворцев, что ли? Как... А это так выглядит. Это вот так, да? Вопрос. Давайте водонапорную башню выжившим все-таки отдадим. С другой стороны, блин, хочется побыстрее арбалет получить. Да ладно, отдаем этим. Ну, мы вроде как за выживших тут воевали. Да, ночью пришли такие. Ну да, конечно. Я тут ночью, блин, пробежать не могу, чтобы мне кто-нибудь на жопу не присел, блин. Высокое давление. Ну, видите, тут, если бы я шел как бы по задачам миротворцев, я бы им отдал. А тут нелогично. Я вроде как иду от выживших, но при этом отдаю миротворцам. Ну, то есть как-то странненько немножко. Рад тебя видеть. М. Вращайте. Ага. Так, территория миротворцев, территория выживших, территория миротворцев, ничья, территория выживших, вот эти две территории выживших. Угу. Ну ладно, окей. Да продолжить, продолжить, хорошо, спасибо, я понял. Все, ладно. Хакон. Эйден, где тебя носит? Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Лукаса и убили. Думаю, стоит обыскать убежище Барни в мотеле Танго. Я позабочусь о безопасности. Окей, ну тут внизу есть еще. Привет, водонос. Не думал, что буду так тебе рад. Ты нам жизнь спас. Ну еще бы, ты мне не рад. Так, что это? Я опять там на карте где-то что-то поставил, да? Угу. Так, теперь у нас есть задание и есть какая-то времяночка, да? Да, вот мы ее выделим. А тут торговцев нет, что ли? Может, внизу? А, вон. Да-да-да.
сказать нечего. Где моя мука, воровка? Ох ты. Но это ты мне должна, Тереза. За месяц работы. Хватит. Последний шанс убраться отсюда. Уходите. Ах ты, сука. Хватит. Я, конечно, не против кошачьих драк, но черт возьми. А еще вчера они были лучшими подругами. Что случилось? Да, действительно. Прошлой ночью кто-то украл муку у Терезы. Всю, весь край. Нормально. Она может и убить за это. Без муки ей конец. Нет муки, нет продаж, нет денег. Без выручки им с сыном не протянуть и месяца. Почему она обвиняет лучшую подругу? Она в отчаянии, раз обвиняет подругу. Бывшую лучшую подругу. Но это лишь слова. У нее нет доказательств. Она вспыльчивая, это уж точно. Тебе лучше расспросить ее самому. Кажется, нужна помощь. Ей нужна помощь? Терезе? А что, хочешь подзаработать? Я не поэтому. Ты я поэтому. Крик, да? Вы же ничего не делаете бесплатно. Сколько они дали тебе за воду? Поговори с ней. Благодарю. Ой, сколько они дали тебе за вот? Ну да, действительно, это ж так плохо, понимаете, вот как бы получать деньги за этого, за собственный труд, да, это вообще, это беспредел, понимаете? Люди же должны как-то бесплатно пахать, елки-палки. Как вообще можно даже подумать о том, чтобы за свою выполненную работу взять деньги с кого-то? Это просто беспредел, это кошмар. Абсолютный беспредел, да. Я полностью согласен. Пахать надо бесплатно. О. Стандартные замки, чертеж, все отлично. Так, ну это, я так понимаю, улучшить не могу, да, тут. А, кстати, нет, слушайте, так мне только необычные трофеи нужны. Да. Прочность. Давайте это улучшим. Ну, то есть у меня такой лютой привязки к улучшениям нету. Просто что могу, то и улучшаю так компоненты. Естественно. Это же без этого. Мне всегда нравится, как вот в таких играх, ну, вообще вот в играх иногда пытаются какую-то такую гнилую мораль пропихивать. Типа, вот, помогать бесплатно, что за бред? То есть, блин. Этого пилигрима можно канонизировать как цветок. Зима близко, да, это точно. Так, да, продать, ну что ты, 10 раз нажал уже. Так. Это мы все, естественно, загоняем, как обычно. Ух ты, какая штукенция. Но мне это не нужно. Товары покупаем. Опять же, как обычно. Я не то чтобы, как сказать, ну, на тему того, что помощь должна быть платной, я не за то, чтобы прям за все, так сказать, требовать деньги. Но, блин, извините, то, что он сделал, это немножко не то. Так. А, вот. Эйден, ты уже давно с нами. Да ты уже практически один из нас. Ну, есть немного. Ну, колись. Доброе утро, пилигрим. Я уже сказала спасибо за... За воду. Тебя ограбили? Да, действительно. Это моя лучшая подруга. Я в отчаянии. Полном. Да что ты взял, что-то она. А с чего ты взяла, что это сделала твоя подруга? Ну да, действительно. Как бы. Я бы и не подумала. Но кто еще мог это быть? Она сказала, что захоронит ее для меня. А теперь вся мука исчезла. У нас с сыночком ничего не осталось. Признайся, она во всем и верни муку, я бы ее простила, клянусь. Бог свидетель, если она в беде, я помогу. Но она упрямая. У нас был такой урожай. Жили бы и горе не знали, а теперь... Теперь мы будем голодать. Да, что сказала Анна по этому поводу? Как Анна объясняет пропажу муки? Это краша! И Анна ничего не объясняет, только нагло врет. Откуда знаешь? Посмотри ей в глаза. Они лгут. Я поняла. Анна всегда была лгуньей. Доказательства? Есть доказательства, что это Анна. Нет, но мука ведь хранилась в ее сарае.
А я-то думала, что она мне помочь хочет с этой мукой. А выяснилось, что она просто хотела нас с сыночком обокрасть. Поговоришь с ней, меня она не послушает. Попробуем. Вдруг незнакомец сможет ее переубедить. Если она вернет муку, мы обо всем забудем. А если она украла муку из-за голода, пусть оставит сколько нужно. Ее амбар у водонапорной башни, поговори с ней. Так я подумаю. Ну, оба около водонапорной башни. Слушайте, я вот одного понять... Это да, я вот одного понять не могу. Ну, то есть, я, конечно, не самый великий фермер, но, по-моему, вот это, блин, вообще-то помидоры. Из чего они муку-то делают? Я просто пшена-то нигде не видел, вроде бы. Ну, то есть, я понимаю, что мука там не только из пшена. Ну, блин. Ну, блин. Что-то как-то... Ага, вот и будильничек, да? Ну, ладно, давайте сейчас дотрындимся, так сказать, тут со всеми. Да, мы такие. Стоп, ты где она? А, прям так? Анна, я хочу поговорить. Уходи. Не уходю. Поговорим, и я выйду. Это ненадолго. Слушай, тебя прислала Тереза. Пусть нахуй она идет, как и ты. Детка, я сейчас дверь вышибу. Ох. И чё? Ты видел? Эльвира разделась догола и встала под краном. О нет, правда? Чего? Ну да. Прямо вот так, с голой грудью. Вот что вода делает с людьми. Ну да. Классное оружие у тебя, Эйден. Новое? Ну, как сказать. 11 лет прошло с тех пор, как химическое оружие убило почти всех город. Так, а где это? Я тут, блин, вроде как спускал лестницу вниз, алё. Ну, запрыгни, ну что это такое? А? Ну, конечно. Да куда ты? Блин, ты чё? Ну вот же, вот зацеп, ну. Аннушка, не выяживайся, а. Пожалуйста, давай. Уходи. Давай, колись. Давай поговорим. Я хочу помочь. Давай, давай, рассказывай. Как? Упрекнуть меня в бедности? В проблемах с выпивкой? Или обвинить в краже муки? Давай, рассказывай, а. Я никого не обвиняю. Я хочу выслушать тебя. Хочу услышать правду. Правду? Хочешь правду? Да, давай, вот рассказывай. Она. Я никогда бы не ограбила подругу. Никогда. Точка. И? Тереза сказала, что задолжала мне зарплату. Если бы Тереза продала муху, смогла бы расплатиться. И? Зачем мне рисковать своим благополучием? Терезой, ее сыном и красть муку? А вы не лучшие подруги? Я думаю, вы лучшие подруги. Я тоже. До сих пор. Мы подружились после падения. Я потеряла ребенка, она мужа. Я пала духом, хотела умереть. Тереза помогла мне справиться. Она даже готовила для нас с мужем, он много пил. Поверить не могу, что она меня обвинила. Это ты предложила хранить муку в твоем сарае? Она сказала, мука хранилась у тебя. Решила, что так смогу присмотреть за мукой, чтобы мне заплатили. И мы сложили мешки в мой сарай у башни. Так. Сегодня утром я пошла проверить, а там пусто. Все пропало. Не замечала никого поблизости? Ничего подозрительного? Да. Думаешь, я бы молчала о таком? Скажу одно, я муку не крала. Я бы так не поступила. Ни за что. Только вот странно, что ничего больше не пропало. Ни гречка, ни свекла. Ничего не тронули. Будто пришли только за мукой. Интересно. А можно осмотреть сарай? Вдруг нужно взглянуть на него свежим взглядом. Флаг тебе в руки. И? Помоги положить конец этому безумию.
Да, уж действительно странная тема. Ну сейчас-то можно выйти отсюда? Тихенько. Дверь открыта. У вора были ключи. Все цело. Вор хорошо знаком с этим местом. Ага. Следы точно такие же. Вор был один. Ключевое слово «вор был». А, вот же, а чё? А, фу ты. Ну, чё-то. Что? Я ж нажал. Чё ты? Ну? Мука на земле. А. Мешки тащили туда. А. Тащили, тащили. Чё? 1 метр. Ну. И чё? Так. Как будто я что-то пропустил, да? Подождите. Вот здесь ещё какая-то штука высвечивается, но не по... А, вот же. Остальные припасы не тронуты. Они точно знали, зачем пришли. Так, следы, 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 следы. Да, 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 спасибо. Ну, идите по следу. Что-то по следу не идется. Что, я должен следовать и тут... А, блин. След обрывается. Вернитесь к Анне. У кого были ключи? У мужа наверняка. И у мужа. И все? Уверен? Анна, я не нашел следов взлома. У того, кто взял муку, был ключ. Или дубликат. Ну или он... Значит, думаешь, это я? Кто еще мог это сделать? Успокойся и подумай. Кто мог украсть муку? И зачем? Мне поможешь и себе, если ты не виноват. Вот-вот. Трудно сказать. Может, кто-то с базара? Возможно, лавкач. Он способен на все. А еще Бенни, сын Терезы. Больше никто на ум не идет. Почему ты решил, что это лавкач? Почему лавкач? Кто он? Да. Он тот еще жук, вот почему. У него на базаре дурная слава. Я вспомнила, что он недавно интересовался урожаем Терезы. Задавал кучу вопросов. Прежде такого не было. Надо с ним поговорить. Раз. Он должен быть на базаре, но будь начеку. Ему важны лишь деньги, а на людей плевать. Так. Зачем этому ловкачу красть муку? А сын Терезы, он мог украсть? А неправильный перевод. Я бы на него и не подумала. Хороший мальчик, рос на моих глазах. Он мне как сын. Но он стал каким-то замкнутым, будто ему есть что скрывать. Вдруг так и есть. Ну, нет, Бенни так не поступил бы. Так. Это убило бы Терезу, он это знает. И даже если это он взял муку, то зачем? Это вопрос, на который нам предстоит найти ответ. Где мне искать Бенни? Не знаю. Он стал очень скрытным. Но уверен, что Тереза приставила его охранять склады, чтобы сберечь то немногое, что осталось. Ага. И третий вариант. Ты помог моему мужу, и я кое-что тебе расскажу. На складах полно ловушек. Будь осторожен. В моем сарае их нет. Наверное, поэтому муку и было так легко украсть. Что до Бенни, Тереза постоянно за ним приглядывает. Спроси ее. Что ты сделала, когда увидела, что мука пропала? Скажешь, где ты была в ночь, когда украли муку? Дома с мужем. Больше нечего добавить. Ничего добавить? Совсем? Умай. Совсем. Я была дома с мужем. Точка.
Обвинения в краже могут меня погубить. Мне конец. Нет, если докажем, что муку украла не ты. Возможно. Но, как по мне, сделанного не воротишь. Может, да, может, нет. Посмотрим. Вот-вот. Будем разбираться. Но разбираться мы будем... Надежды больше нет. Ой, не ной. Ладно. Будильник прозвенел. День наступил. Заданий у нас целая куча. Пусть и второстепенных, но все-таки. В общем, нормально так побегали. Наконец-то сделали возможным распределение карт локации. А вот эту я отдам, скорее всего, этим миротворцам. Ну, пополам разделю. Посмотрим. Дальше буду качать, скорее всего, миротворцев, чтобы побыстрее арбалет получить. Потому что, по большому счету, вот я посмотрел, что они там предлагают, все эти ребята. Ну, такое. Чао. Не слышал? У нас снова есть вода. Да нет, слушай, вообще не в курсе. Откуда она взялась, не расскажешь? Ну ладно, в общем, нормально побегали. В целом, все отлично. Я бы даже сказал, замечательно. Ну а на этой условно-положительной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии пишите и так далее, и так далее, и тому подобное. Да? Как-то так?